Кровавая среда и жуткая картина перед глазами жителей жилмассива Таирова. Необычного соседа встретили одесситы, проживающие на улице Небесной Сотни во второй половине дня 20 января. Из подъезда мужчина вышел с отрубленной головой и обмотанными вокруг шеи человеческими внутренностями. Предполагаемого убийцу задержали, когда тот пытался попасть в подъезд дома. Вслед за ним полицейские зашли в квартиру, где обнаружили тела двух мужчин со следами насильственной смерти. За данным фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 115 частиною 2 Кримінального кодексу України. Дана особа затримана за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. По предварительным данным, подозреваемый расправился с отцом. Личность второго убитого устанавливается. Одному из погибших мужчин вспорол живот, а другому отрезал голову. После чего, по словам очевидцев, вышел на улицу, сел на скамейку и закурил. Следственные работы на месте происшествия продолжаются.